Теперь краска уходит. Где расположена точка С, может быть, если треугольник ABC остроугольник? Где лежат вершины остроугольных треугольников? Да, та самая окружность. Вот все точки, лежащие за ее пределом? Да. Совсем все? Не кроме точек А и Б, и точек, которые лежат на вот этой вот линии. Да. То есть вся внешность круга. Да. Ответ неверен. Садитесь. Садитесь, пожалуйста. Ответ неверен. Ребята, это ваше отношение, да ерунда, да, ну как, ну, решили. Ответ получился неправильный. Задача легкая, я не говорю. Вся математика легкая, ребята, совсем вся. Как и вообще, кстати, любая наука легкая. Просто по определению, потому что наука – это то, что может быть понято человеком, да? А если кто-то другой понял, то, значит, ты будешь человек. Но легко-то легко, но это надо сделать. Итак, где расположены точки С? Если известно, что треугольник АБС остроугольник. А остроугольник это который есть угол, есть острый угол, да? Нет. Все углы. Треугольник называется остроугольным, если все величины его углов меньше, чем 90 градусов. Дело в том, что в любом треугольнике хотя бы два острых угла есть. По той простой причине, что если у вас какой-то угол 90 градусов или больше, и другой 90 или больше, то сумма будет 180 или больше. Двух углов. Можно выбрать вот линии, прямые, там, где А и Б, не может выходить, потому что тогда... Молодец, два сейчас на багажнике. Ну, где нарисовала эту окружность уже, да. Окружность только, не полуокружность, а окружность. Да. Да. Вот. И тогда нам надо взять и выполнить вот эти точки. Да. Ответ-то какой? По идее, вот. Что такое вот? Две дуги? Значит, получается, что мы не можем выходить за вот эти вот линии. Потому что если мы выйдем за эту линию, то А будет тут свой угол. А если за эту, то Б. Ура. Слишком влево или слишком вправо уходить нельзя. Все, отлично. Не, внизу тоже, да, вправо. И вот как бы, ну, эти дырочки вот тут заштриховали, надо было наклониться и показать, что вот это вот тоже уходит. Это полоса без круга. Естественно, полоса без границы, потому что граница как раз 90 градусов. И без, то есть выколотая у нас. Вот это вот все выколотое, да, нет, то есть неинтересно, если неинтересно, то неинтересно, а вот это все наоборот. Отлично.